Тельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш торопрогноз на июль 2022 года. Уже второй месяц лета, время летит просто по-сумасшедшему, поэтому будем смотреть и готовиться, планировать каким-то образом этот месяц, насколько это возможно. И помогут нам в этом Таро Густава Дора и языческие Ленорман. Сейчас покажу вам коробку. Как всегда, посмотрю общий событийный ряд по работе, финансам, здоровью, личной жизни. Посмотрим энергии месяца и на Ленорман неожиданность периода. Поэтому настраиваемся, держим кулачки, пусть у вас все будет хорошо. И будем смотреть, к чему стремиться. Общие энергии месяца. Что ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, сейчас все поправлю, чтобы все было хорошо вам видно. Арканы перед вами. Начнем. Общая энергия месяца. Королева Пентаклей. Ну, вы собственной персоной, как следствие, знаете, я говорю, жизнь крутится вокруг вас. Для мужчины это взаимодействие либо просто женщины земной стихии, телец, дева, козерог, либо очень большой акцент на мать или на супругу, на представительниц его женского рода, да, то есть имеется в виду там линия по маме, по бабушке, родственники, соответственно, женского пола. То есть заботиться о них, обеспечивать, помогать и так далее. Но поскольку у нас королева Пентакли это не только взаимодействие с женщинами, это просто вопрос заботы, опеки, это вопрос материнства, это аспекты финансовых серьезных вложений, ну и планирования на будущее. Поэтому давайте посмотрим, что непосредственно у нас есть в этом аркане. Что там? Как мы видим по двойке жезлов, это попытки открыть для себя новые возможности. Это найти то, что вы давно искали. Вот в данном случае, видите, здесь он ищет тех, кто спрятался, но для вас это как искать новые возможности, новые перспективы. Если посмотреть в чем, то как мы видим по четверке кубков, это выход из состояния депрессии, отчаяния, застоя, то есть попытки что-то поменять в своей жизни, тем более поменять, знаете, как я говорю, в лучшую сторону. Но удастся вам это или нет, это уже другой аспект. Давайте смотреть по всем сферам. Работа. Король Пентаклей. Ну, по королю Пентаклей ситуация стабильна. То есть есть заработок, есть деньги, есть какое-то ведение, течение дел. Будь то наемная работа, либо вы работаете сами на себя, или просто вам помогают и вас спонсируют. Ну, давайте будем смотреть. Итак, для тех, кто у нас не может работать на текущем этапе, то для вас, видите, по пажу мечей, это проанализировать ваши доходы и расходы, это ужаться, потому что, несмотря на помощь и поддержку со стороны близких, ну, финансов действительно может не хватать. Если вы в статусе соискателя, то здесь ограничения. Почему? Потому что, чтобы получить какую-то работу, во-первых, как показывает аркан, вы ожидаете помощи от власти имущего лица. Здесь у вас не зря ложится король Пентаклей. То есть человек, который вам может посодействовать, вас продвинуть, вам помочь, вам подсказать. То есть сделать, скажем так, за вас всю работу для того, чтобы вы трудоустроились. Если вы уже являетесь наемным сотрудником, то здесь идут глобальные перемены. У вас здесь ложится аркан смерть. Перемены могут абсолютно быть любого плана. Начиная от смены руководства до у вас смены статуса. И как следствие, я смотрю, здесь видите даже колесо фортуны. И в чем оно будет у вас заключаться? Колесо фортуны, семерка пентаклей. Вы будете ожидать ответа относительно, это либо будет новая работа, новое предложение, как я говорю, допустим, на новом предприятии. Так и, допустим, в рамках этого предприятия вам могут пообещать в долгосрочной перспективе, допустим, в следующем месяце вопросы повышения. Если же у вас свой собственный бизнес, то по девятке пентаклей это достаток, это процветание, это контроль, это самодостаточность. То есть тут у вас все прекрасно. Хорошо. Финансовая сторона вопроса. Шестерка пентаклей. Более того, помогать другим, одаривать тех, кто в этом нуждается, оказывать финансовую помощь и поддержку. Потому что здесь эта карта говорит о ситуации, когда у вас есть ресурсы. И в плане для того, чтобы накопить, содержать себя, своих близких, и в плане того, чтобы оказать какую-то помощь и содействие тем, кто в этом действительно нуждается. Дальше. Состояние здоровья. А вот состояние здоровья по девятке мечей вызывает опасения. Почему? Потому что это бессонница, это панические атаки, это тревоги, это, знаете, как говорю, срыв психосоматики.
Почему? Потому что по тузу пентаклей это вас тяготят какие-то новые начинания, они вас страшат. И вот обратите внимание, здесь, видите, смотрят на глобус. У кого-то это связано просто с глобальными проектами через интернет. У кого-то это переезд, смена места жительства. То есть здесь это как страх перед чем-то новым. Насколько для вас это будет полномасштабно, насколько это воплотится в жизнь, чем для вас это может обернуться. И вот эти переживания и страхи, они, безусловно, вас могут выбивать из колеи. Вопросы личной жизни, двойка кубков. Ну, что могу сказать? Прекрасный аркан, который следит о партнерстве, о взаимопонимании, для кого-то о обретении нового партнера. Давайте смотреть. Итак, для тех, кто у нас на текущем этапе свободен, что вам сулит? Ну, у вас двойка кубков и суд. Это встретить партнера по судьбе. Это кармическая связь, кармический союз. То, что дано Богом свыше. Месяц благоволит, так сказать, не пропустите эту возможность. Для тех, кто находится в любовных треугольниках, двойка кубков и луна – это быть в формате тайной связи, это скрывать свой союз и связь. У кого-то даже, знаете, может быть… Ну, вот не зря здесь нарисована луна, да? Я тебя люблю до луны и обратно. Попытки строить новый союз, только об этом вы пока не будете никому говорить, никого афишировать, но уже могут быть цели и планы вообще как бы уходить в другую семью. Если же у вас стабильные связи, то есть вы сожительствуете, вы встречаетесь, у вас семья и брак, здесь тройка жезлов, это развитие отношений, это активные действия ваши, направленные в эту сторону, то есть у вас здесь по сути все стабильно. Если же мы посмотрим совет и рекомендацию от карт на данный период. По десятке жезлов месяц непростой, тяжела ваша ноша, но дорогу осилит идущий, потому что здесь нужно, знаете, как сделать рывок, приложить максимум усилий. Я сейчас даже запрошу, в какой сфере, но у вас по аркану иерофант. Это вопросы обучения, получения образований, документов, новых знаний, сдачи экзамена, прохождения проверки, либо, может быть, у кого-то затяжной период лечения, то есть подбора специалиста. Но тем не менее, знаете, как жрец, это ведь тоже аркан проведения. Вас хранит ваш эгрегор. Тем более даже дно колоды у вас туз кубков. Это эмоциональное насыщение от полученного результата. Поэтому двигайтесь, достигайте, у вас все получится. Если посмотреть в целом, то у нас здесь старшие арканы, они идут только как в качестве допов. То есть месяц только как идет подготовительный каким-то важным, серьезным переменам. И сейчас мы с вами посмотрим неожиданность данного месяца. Ой, какие у вас тут карты. Так, дно колоды лисица. Прямо аркан за арканом. Ну, давайте трактовать. Итак, как мы видим, у нас здесь туча, змея и всадник. Карты, которые говорят о ваших переживаниях. Я не говорю, что они не обоснованы, но факт остается фактом. Они здесь у вас есть. Причем здесь эти переживания у кого-то могут быть связаны с вопросами болезни. Потому что здесь, ну, это в первую очередь, знаете, как сбой психосоматики. Вот напряженная ситуация, потом которая влияет на состояние здоровья. Ну, а в целом, это, знаете, ощущение какой-то угрозы. Это ситуация, когда у вас идет эмоциональное напряжение. Это предчувствие подлости со стороны какого-то доверенного человека. Ну, и, в принципе, знаете, как неприятности, которые могут ожидать на окольном пути. То есть вы переживаете, ждете подвоха от всех и вся. Почему-то такое, как глобальное недоверие к людям или к вашему окружению. Но здесь, по этим картам, это еще как убегать от опасности, допустим, успешно. Единственное, что здесь могут быть, это еще, знаете, как ситуация, когда ваши секреты кто-то выболтал. Кто-то будет пытаться вами манипулировать. Ну, а в приятном, в позитивном ключе это переживание из-за появления молодого любовника. Ну, это больше для женщин интегрируется, либо для мужчин молодой любовницы. Ну, как следствие, переживать по поводу этой связи. Ну, сейчас даже дотяну еще карту, о чем здесь идет речь. Но видите, здесь все-таки переживания, это как по поводу переезда. Если брать формат взаимоотношений, то как скоротечная связь. Потому что по кораблю это, как правило, то, что быстро проходит. Вот такая ситуация, вот такое течение событий. Поэтому давайте с вами весь негатив мы перекроем позитивом, чтобы вы могли, так сказать, от него здесь отойти, откреститься. Так, чтобы перемены для вас ознаменались положительным результатом.
и весь негатив ушел в небытие. Кстати, у кого-то здесь еще в рамках этого месяца может идти какой-то вот период затяжной депрессии, внутренних переживаний, непонимания, что происходит, куда двигаться дальше. Это может, знаете, как эмоционально так вот, каким-то образом выбивать из колеи. Но негатив закрыт, запечатан, поэтому новых вам открытий, новых свершений, пусть удача вам улыбается и всего самого лучшего в рамках этого месяца. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!